Белорусская железная дорога ввела новый график движения поездов. Он начал действовать накануне ночью. В списке маршрутов СНГ и страны Балтии. Поезда начнут курсировать по обновленному графику, когда улучшится эпидемиологическая обстановка. Международное пассажирское железнодорожное сообщение было полностью приостановлено с рядом государств с апреля. Динара Алимбекова поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону. На третьем этапе, прошедшем минувший уикенд, белоруска дважды поднималась на пьедестал почета. Сначала она стала победительницей спринтерской гонки, а затем заняла вторую позицию в гонке преследования. Сейчас в активе лидера белорусской женской команды 265 очков. Динара Алимбекова всего 6 баллов уступает норвежке. Третьей идет шведская биатлонистка. Первые елочные базары откроются в стране на этой неделе. Стартует продажа елок в субботу, в том числе и в Бобруйске. В Минской области базары заработают на 2 дня позже, 21 декабря. В ассортименте торговых точек по традиции будут ели, сосны, а также новогодние букеты и деревья в катках. В Минске открылась выставка советских елочных игрушек. За свою историю новогодние украшения пережили не одну трансформацию. Выставка позволит проследить за традицией производства игрушки и тенденциями в украшении елки. Оранжевый уровень опасности из-за гололеда объявлен в Беларуси на понедельник. На большей части территории страны пройдут осадки, мокрый снег и дождь, местами туман. Видимость 100-500 метров. Ожидается гололед, на дорогах гололедица. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха в течение суток от -4 до +2.